Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в новом топе. Топ самых красивых виджетов для Adobe Muse. И пятое место занимает виджет Particles или частицы. Внешне представляет из себя он заливку в качестве бэкграунда. В виджете можно использовать как во всю ширину браузера, так и в какой-то маленькой области. Очень гибко настраивается. Вы сейчас видите, я вожу мышь. Происходит вот такой эффект взаимодействия с мышкой. Цвета вот этих кругляшей можно менять, размер менять. И вот эти вот линии, которые соединяют эти кругляши между собой, также ими можно манипулировать в виджете. Очень симпатичный и классный эффект. Четвертое место моего топа – Flat Surface Shader. Этот виджет хорошо подойдет в качестве бэкграунда. Сейчас вы видите его перед собой. Также взаимодействие с мышкой. Вы видите, я ввожу мышь, меняются блики. Все цвета, абсолютно все настраиваются. Скорость и адаптивный дизайн работает во всех устройствах. Виджет хорошо подойдет в качестве бэкграунда. Третье место моего топа занимает виджет Neon Blob Effects. Очень красивый эффект. Такое ощущение, что мы смотрим через толстое стекло в ночной клуб. Виджет хорошо подойдет в качестве бэкграунда. И вот эти цвета, блики, они меняются. Согласитесь, очень завораживающий эффект. Ничего подобного я больше не видел для Adobe Muse. Второе место занимает виджет Galaxy Effect. Изначально мы видим с вами как бы космос и летят такие звездочки, да? Но если мы будем вводить еще и мышь в разные стороны, то у нас еще присутствует Parallax Effect. Очень красивый виджет. Небо, цвета настраиваются. То есть настраиваются цвета градиента и другие настройки. Когда вводишь вот так вот мышь, кажется, что у нас прям идет 3D-визуализация. И первое место по праву занимает виджет аудио-визуализация. В данном виджете у нас есть кнопка Play и пауза. Сейчас я включу звук, и вы посмотрите, как работает виджет, когда играет музыка. Я нажимаю Play. Вы сейчас видели и слышали. Можно нажать паузу, у нас все останавливается. То есть у нас как бы индикаторы начинают вибрацию, когда играет у нас какая-то музыка. Я считаю, что этот виджет по праву занимает первое место. Виджет сразу встает по ширине в 100%. Цвета всех вот этих звездочек, заднего фона, вот этих вот колеблющихся диаграмм, все это у нас настраивается. Аудиотрек загружается в сам виджет. Вот и все на сегодня. Все виджеты коммерческие, стоят от 5 до 10 долларов, предоставляемые конторой. Надеюсь, для вас урок был очень интересный. Если это так, поддержите, пожалуйста, меня лайком и подпиской на канал. Напишите, пожалуйста, в комментариях, на что вы еще хотели бы видеть топы. Всем спасибо, пока-пока. Если вы уже стерли пальцы
поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.